Добрый день, шановные сябры. Ситуация, как вы бачите, вельми радикально изменяется. И, на жаль, наши змрочные прогнозы относно того, что мы можем сутыкнуться с новой хвалей репрессий, справжуются. На сегодняшний день уже с момента початку акции супер декрету номер 3 по неполных даденных правоохранительного центра «Весна» затримано и арештовано уже больше 70 человек. Сегодня так само отбывается суды по разгляду административных справ в некоторых городах, в приватности Ворши, и эта личба может повеличиться. Причем, треба значить, что репрессии заканули больше широкие околы, чем только представники политической оппозиции, громадские активисты, которые принимают удел в этих акциях протеста. Мы бачим так само, что осуществляется переслед в учинении и журналистов в связи с выполнением их своих обязанностей журналистских, и так само осуществляется переслед и правооборонцев. В приватности сябру правоборонного центра «Весна» в Гомелі, господара Сударенко и Поплавного. Это выкликает нашу особливую занепокоенность. И в связи с этим правоборонный центр «Весна» в субботу выступил с заявой, якое значил резкое погоршение ситуации с правами человека в Беларуси, закликал влады спинить переслед громадян в связи с оживлением ими своего права на мирный протест и выказывание своего меркования, а так само провести перемовы по спинению декрета номер 3, полного спинения декрета номер 3. Мы будем отсочивать ситуацию надалей, сподеемся, что она нормализуется, и эта хваля репрессий будет спиненная.